Всем привет! Вы смотрите стрим из игры Faster Than Light, то есть быстрее света. Такая вот странная игрушка. На танки не похоже. Так, ну вроде у меня все починены, можно прыгать. Следующий сектор плывы. Это много страшного. То есть по-любому опасно. Куда не плюй, везде опасно. Так. Ох, куда меня занесло? Короче, опасно это дело. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как мне больно сейчас будет. Так, надо срочно всю энергию в оружие, недостаточно. Ну и ладно. И срочным образом бить, еще раз бить. Вражеский бот меня пилит. Так, двигатель я им выбил. Надо теперь оружие выбивать. Чини, мужик, чини. Так, у меня что-то взорвалось нахрен. Добивайте оружие-то. Так, щиты чиним. Чего не так? Ну добивайте уже. Понятно, зря я эту штуку. Ну добивай уже, детка. Все. Добил. Мало собрал. Забрал мало.
Так, что у меня по системам? Ну чё, как там ты делал? Как у тебя дела там, говорю? А у меня? Да. Да всё так же. Всё хорошо? Мочу тут всех, да. Мочил из Нижнего Тагила, что ли? Так, у меня вроде система все на них. Ну, стряк. Надо валить нахрен отсюда. Как херню какую-то купил. Себя что ли? О, магазин, надо в магазин слетать. Может, у меня там система дронов есть. Купить ее. Че, нет ничего. Очень странно. О, дрон-контроль, наконец. Оставил себе дрон-контроль. Конечно, могу дронов запускать. О, мне еще и дрона подарили. Кто тебе его подарил? Кому? Ну, при покупке. Ага. Так, значит, могу продать одного. Все, у меня авточинитель и авторазбиватель всякого дерьма. Значит, надо прокачать себе двигатель. Все, у меня дрон-контроль есть, это хорошо. А, вот они. А, вот дрон-система у меня появилась какая-то. Ладно, можно лететь. В целом неплохо. Враги прибежали на мой корабль, телепортировались. На абордаже берут. Ну да, читал.
Так, ну вот и все. Все живы, все здоровы. Все в России. Пираты, надо бы повоевать. Включай, включай. Ну и чё, мы сегодня ждём? Погнали. Понимаю вас. Три топлива, шесть ракет. Нет, убью, поехал лучше. Добивай, добивай. Все, добил. Да уж, лучше б я это... Все, я понял. Не стоило их так сильно-то убивать-то. Ерунда получилось. Получилось и ерунда. Завалил. В принципе, нормально. В принципе, нормально. Валить надо отсюда. Надо отсюда валить. Казалось, по-моему, система заново генерируется. Ну-ка.
Так, корпус я починил. Сюда тут у них не сказать, что... Понятно, тут разные рации есть. Так. Ну, похоже, топливо надо бы закупить. Прошу прощения, да. Ну, у меня тут такая у меня тут толпень, теперь народу ездит. Грабли, ты себе не представляешь. Гигантская толпа народу у меня тут теперь. Сколько там человек? Раз, два, три, четыре, пять человек, плюс один робот на починку, один робот для уничтожения этих захватчиков. Что это, толпа по-твоему? Толпа целая. Вот вообще их было три, а теперь считай пять из два робота. Это уже круто. Это уже реально круто. Закупился топливом по хорошей цене. Так. Ничего, в целом неплохо. Так, надо срочно валить, а то мне сейчас по шаям надавит. Ну что, в целом неплохо. Только надо убегать. А брачка будет чуть-чуть. Прикольно. Я тут прыгнул в сектор, а мне сказали, что я могучий убийца, и они мне хотят дать денег. Я не стал их расстраивать. Это от каких-то этих убегаю, короче. От каких-то бунтарей. Попасание косметическое. Ох, мать, целая за ногу. Короче, на какие-то на меня враги напали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Там вообще жесткий замес. Да писец вообще. Я даже... надо срочно заапгрейдиться. Блин, не могу проапгрейдиться, у меня только три оружия из четырех будут стрелять. Ну, сделай так, чтобы хотя бы они стреляли. Да, сейчас сделаем. Надо им в двигатель бить. Все, нахрен она обесточилась. Мне никелевые монетки прям выпадают. Огонь! Выйду из заварухи из этой живым, прогрызу себе еще раз оружие сильную систему. Мерзавцы, чинец. Пропупеть. 55 монет. Иди, дрон, чини быстро. Чини дыру. Оболку. Так, я им двигатель-то выбил. Сейчас им кислородную систему тогда убивать. Да, двигатель я им выбил. Вот, с торпедами. Охренеть, муки. Давай, чини, робот, оболтус. Господи, эти уроды двигатель все вычинили. Они еще корпус покорежили. Ну добивайте уже. Все, убил я их. Ех. Правда, мне и самому досталось. Блин, такой тяжелый бой, так мало денег. Могу теперь из всех четырех орудий шмалять. Ну, в целом я хорошо отделался. Правда, почти половину корпуса снесли. Поэтому не могу сказать, что это прям очень хорошо. Так. Буду-ка я драться. Тут мне предлагали раба выкупить. Ой, может быть, надо было раба выкупить. Ладно, у меня сейчас все. У меня все. Все системы в норме. Сейчас они от меня получат. Много-много интересного удовольствия. Ну, стреляем. А че это я промахнулся? Ну, добиваем. Почему они стреляют, если у них я им двигатель выбил? Это мне объясните. Как они могут стрелять, если я им убил двигатель? Нет, ну да.
Ой, точно, я зачем я в двигатель-то стреляю? А где энергетическая система? Логика где-то там. Что-то я как-то да тупанул. Посмотри SpongeBob'а. Тебе понравится. Там тоже никакой логики. Нахал. Да, их почти добил. Пилотные системы. Короче, надо по оружию всегда лупить. Ой, ё, у них там на корабле жуткий пожар. Радостная нас, что ты переживаешь? У них там такой жуткий пожар, примерно как у меня первые три раза был. Ну чё, в целом неплохо. Правда, мне бы срочно бы найти бы... Всё в целом неплохо, можно идти к боссу. Нет, к боссу нельзя идти, у меня половина хитпоинтов у корабля только. А мне можно. Ой, Mask of Infamy. Все, у меня щитов, и теперь очень мощные щиты. О! Ты жизнь мечтал, после битвы с боссом получить предмет мамины трусы. Красавчик. И чё? Зачем тебе трусы эти? Объясни, зачем тебе эти трусы? Понял? Куда бы прыгнуть, а? О, у меня какая-то баба Джилл появилась откуда-то. А, это я типа спас, что ли? Куда бы ее посадить-то? А, это отсек для дронов, понял. Мамины трусы увеличивают дальность стрельбы. А логика это где здесь? Я говорю, к черту логику. Понял. Так, ну в целом неплохо, у меня уже 6 человек экипажа, максимальный экипаж. 6 человек? Да. На чем там летаешь? На корабле. Запорожец. Ну, драчка. Драчка, драчка. Мы будем по двигателю, по оружию стрелять. По энергетической установке больше не стреляем. Они выглядят опасными. Жахнут ли в них торпедой? Вот в чем вопрос. Пожалуй, надо бы там торпедой тоже бы жахнуть. Вон, я боевого дрона пасу. Эй, ну ты мне дрона-то убьешь. Ненавижу прыгающие рубашки, что никогда их больше вперед. Просто берут и зажимают, я тупо среагировать не успеваю.
Чините, чините оболтусы. Охрененно. Охрененно. Они дрона послали, уроды. Правильно делают. Красавчики. Они меня убивают. Что же в этом красавочного-то? Кто-то из вас полудики действует. У меня сдохло два человека. Пожар, мать твою за ногу, пожар! Да, пожар это плохо. Пиздец, мне корабль сейчас. Блин, ну вот в очередной раз. Так, надо убирать чувака срочно. Убирать? За что ты так серьезно? Да он сдохнет сейчас. Да вражеский дрон, блин. Осталось мне просто капитально. Два человека потерял. Ну, это немного. Да, из шести это... Все равно немного. А я-то волновался, что у меня народу. Что у меня народу на корабле много. Теперь мало. Ну так, если относиться к своему экипажу как к пушечному мясу, конечно. К какому пушечному мясу? Чё ты чушь несёшь? Мне всё равно тут придётся... А что, не так? Только играть начал, у тебя уже полэкипажа нету. Ты чё, по меркам этой игры я просто супер-пупер. Да. А, чем у тебя больше мощность двигателей, тем у тебя больше шансов на уклонение. Так вот. Thank you.
А почему дрон у меня? Почему у меня дроны не заповерализованы? Ладно. Так, ну вот все, можно улетать. Короче, все, надо сваливать отсюда. Я сейчас буду с мамой. С мамой драться будешь? Да. Я не сомневался, что у тебя такие отношения в семье. Нет, с другой мамой. Особенно. С игровым боссом. Так, он предлагает отдать ему две ракеты, он мне даст... Нет, это плохая мысль. Надо валить из сектора. О, мне новый корабль дали, как бы на него перебраться. Ух ты, как я одним залпом четверых-то положил, а? А, для следующего раза мне дали корабль. Так. Все круто, мне магазин очень нужен. До следующего раза. То есть он у тебя как бы есть, но его как бы нет? Мне магазин нужен, как бы, без как бы. Мне срочно нужен магазин, чтобы починиться. О, какую-то хрень нашел. Мне срочно-присрочно нужно... Че, тут кому-то помогать надо? Так там, скорее всего, меня убьют. У меня здоровье-то осталось. Что это было? Да тут такая дура вражеская, у нее хитпоинтов больше, чем у меня, черти насколько. Короче, надо все, что можно, штуки стрелять им, всем отстреливать все, что можно. Вещи. Все вещи, которые можно отстрелить, им нужно отстрелить. И сразу выбивать им кислородные баллоны выбивать. Чтобы экипаж не пробивал? Да, чтобы у них там все задыхаться начали. И пожар начался, если повезет. Стреляй! Хорошая мысль. Ни хрена себе. О, рог единорога. Клево. Ты не поверишь. Че, ты его замочил? Да нет, все гораздо хуже. Ой, блин. Как сказать-то? Эти упыри мне двигатель выбили. И у меня щиты гораздо мощнее, чем у них. Они меня взяли и все выбили. Вообще, как будто у меня их и не было никогда. Так, кислородную хрень я им вынес. Теперь надо им вынести щиты. Засуетились, забегали мерзавцы. Так, двигатель я им вынес. Надо им еще кислорода выбить. А как они в меня стреляют, если я им двигатель эти оружие выбиваю? Блин, мне торпеды нужны. У меня 0 торпед. О, 2 торпеды с них поднял. Долбанная пиявка, два сердечка сожрал. Сволоченцы. О, мы какую-то пушку дали. Я тут беженцам помог, они мне дали пушку. О, у меня какие-то еще штуки. Пайкбим. Пайкбим, а чем мне пайкбим? Требует 2 энергии. Наносит дамага сколько? Так, этот Fire Chance Roll, Brick Chance Roll. 16 секунд гуляет. Не, без толпочек. Self-Teleporting Healing Unit
который постоянно лечит дружественный экипаж. Может быть, нацелен на нас же. Забавно. Мне надо валить отсюда. Я им, конечно, помог. Я, конечно, герой. Уронить. Сам не погладишь, никто не погладит, да? Ну, а что? Долбанные пиявки, отцепитесь от меня. Прям долбанные. Что-то мне надо все время бежать от этих. Замечательно. Что такое? Убили? Нет, еще. Еще нет. Да, закрыт. Ну ты наш пауэр, замечательно. Давай, дрон, действуй. Похоже, меня убьют сейчас. Они все время что тебе нагибают. Да кого я тут нагибал-то? Я им выбиваю систему, они в меня продолжают стрелять. Как такое возможно? А если у них две системы? Да одна система. А, убегают. Ракеты кончились. Их добить нельзя. Так хочется обмануть и добить их. Хочешь прикол? У этого корабля оставался один хитпоинт, а мы были в поле астероидов. И он разбил. Да, в итоге там по нему это, пока я был в локации, читал. Вот, и в итоге, короче, писец им настал.
весь корпус починил. Мне даже еще крополя денег осталось. Блин, а что так дорого ракеты стоят? У меня даже денег на ракеты нет. У меня баг, короче, взрыв завис. Анимация повторяется. Бывает. Что купить-то здесь можно? Клайпинг и крю-телепортинг. Купил я ракетинг. Ну что, в целом неплохо. А действительно двигатели, чтобы пробрызгать. На нем уровень. И тут же Сатаныч. Которого терпеть не могу. Что там терпеть не можешь? Затаныча? Сатаныч. Сатаныч, это твой родственник. О, фуго, он мой родственник. Это, там тут людям помочь надо. У меня корабль новый. Считай. Заберите топливо от фиксай. За танч, говоришь. О! Ура! Грибочек! Чего ты там уже грибочков накурился? Да не накурился. Просто нашел. Ты не понимаешь, насколько грибочек классная вещь. Он вторую жизнь дает. 40 жизней? Вторую жизнь, говорю. А, вторую. Джаджмент. Что значит джаджмент? Так, что это за карта такая? Да. Попрошайку куда-нибудь рядом с вами. Чё, правда? Да. Дело хорошее. Надо подключать Артемис срочно. Ай, может выиграть? Все нормально. На улице. Звук торможения. Из-за твоей музыки толком не расслышал. Был ли удар или нет? Хочешь прикол? Короче, там у них весь экипаж это сдох при борьбе с пожаром. Я, короче, ограбил дохлый корабль, в котором никого живых не было. Не кисло так ограбил.
Ну вот, прокачал себе кораблик. И по энергетике. И по всяким другим штукам. У меня он теперь мощный. Все, ты наконец из нее выйдешь. А чего? Я говорю, и все, ты наконец выйдешь из нее. Нет, чего? Вот, кого-то обыскал. Всяких ништяков. О, магазин, надо в магазин слетать. О, у меня 8 торпед есть. Красота какая. Так, я починил. Я что-то не понял, какого дрона я купил, честно говоря. Ты что, даже не смотришь, что покупаешь? А, все, понял. Я сначала не понял, потому что все по-английски. Короче, я думал, что я купил продвинутую версию этого, как его зовут. Ты купил такой же. Дрона-защитника. Нет, а я купил штурмового робота. Короче, его запускаешь, он пролетает, я так понял, сквозь космос и прогрызает корпус, а потом всех там убивает безжалостно. Ты какой-то жестокий, слушай. Стараемся. Ну да, в общем. Даже тут более так круто написано, что он проникает сквозь вражеский корпус и сеет опустошение. И дальше там типа внушитель, типа, знаешь, круто там. А весом, короче, слово такое. Страшающий, ну по-разному оно там. Короче, капут. Гитлер капут практически. Всем, кто на меня позарится. Надо потихоньку сваливать из сектора. Меня поубивают. На перекрестке машины. Уже нашли. Чего-то там нашли. Я говорю, у нас на перекрестке машины попали. Вроде без трупов. А, окей. Все, надо забегать. Так, очередная драчка. О, запускаю дрона. Все, запустил дрона, сейчас посмотрим, что он там такого творит. А у них есть антиштурмовой дрон. Не знаю, посмотрим. Может, и есть. Короче, все, мой дрон прилетел на их корабль и там начал персонал жрать. Практически. Вот у меня сейчас будет жестокая битва с Сатанычем, а у меня только 3 сердечка. 3 удара по мне нет. Короче, пиратскому кораблю досталось по самое не балуйся. Ничего, такой прикольный этот дрон вражеский. Его засылаешь там, там враги все там просто мрут.
целом, я тебе скажу, очень неплохо. О, я игру прошел. Ура. Хорошо. Все, теперь ее можешь удалить? Нет. Я второй раз сейчас буду проходить. Классная концовка. Айзек повесился. О, какая гадость. Он нашел большой золотой ящик, вынул из него веревку и повесился. Тогда зачем он убегал, когда его мама хотела то же самое с ним совершить? Так она его зарезать хотела. Какая разница? Знаешь, какая разница? Он повесился, а она его зарезать хотела. И чё, а разница какая? О, вас. Не такого циника, как ты, никакой. Ставишь? Да, вполне. Пойду в Стармой. Да, на стадии. Надо проведать мое квадратное чудовище. Давай, а я запустил дроны. У них 2, 4, 5 человек персонала, а у меня тут 4. Будем по кислородным системам бить. Кстати, цифка не запустила. О, короче, он как будто на торпеде прилетает, и все, дальше там начинается. Короче, мой супер-дрон там уже одного человека зарезал, который у них корабль вел. Сейчас второго начал резать. А второго, правда, ему сил не хватит. А чё? Чего-чего? Сил не хватит, чего? Ему сил не хватит. Потому что не хватит ему сил. Кислородные баллоны я им выбил все. Блин, они их починили. Молодцы. Да вообще народ оборзевший. Нет, надо им щиты все повыбить. Чего они никак не сдохнут? Что? Сейчас сдохнут и хотят. Нет, не хотят. Нет, сдохнет. Чего никак не сдохнет?
Все. Так, мое чудовище почти прогрузилось. Сервер тупит, пытаюсь его загрузить. Ты такой громадный получился. Окей. Ну как-то так. В целом даже неплохо. Вот что-то у меня здесь. Павлора почему-то. А, надо починить. Куплю. Чинил. Еще специализация у экипажа есть. Опять кому-то там помощь нужна. Замечательно. Мантис-бомбер. Прекрасно. Я полетел на респаун. Буду новичков кошмарить. Все не стыдно. Знаешь, в каком шоке они будут, когда уйдут? Загадывайся. Они подумают, что это что-то планета какая-то. Нет, размеры планеты ему далеко. Ты такой достаточно громадный герой. Ракетки нехорошие люди, наверное, камни. Какую-нибудь добрую команду направят. Точняк. Надо этого чувака убирать отсюда. Эти уроды мне управление кораблем ломают. А можно фейки? Могут ли как-то защитить? Или он в любом случае имеет, так сказать, доступ, то есть сразу по ним можно стрелять? Не да помешать. Можно стрелять, только... Свивки ничего. По кому? Кому стрелять можно? Я говорю, у них сразу есть возможность по твоим внутренностям стрелять, что ли? Не пробивая обшивки или что? Ну, обшивки как таковой здесь нет. Есть щиты, есть отсеки.
Опа. Сейчас они меня еще весь экипаж убьют. Я им еще одного дрона заслал. Потрепали они мне, конечно, очень сильно. Мрак. Все убили. Все зарезали. У тебя? Ну да. Он чинил до сих пор. Все починил, что ли? А я тут астероид покрошил. Это дело хорошее. Ну все, вроде зачинился. Тут народ этот прокачанный в каких-то вещах увеличивает эти возможности тех оборудования, которым они прокачаны. Мне срочно нужно... Во-во, магазин мне нужно чинить. Да мне там такое устроили бедла. Крю телепортов. Мне нужны торпеды. Потребляет каждую одну секунду. Персонал домашним. О! Самотелепортирующаяся бомба, которая повреждает систему и команду. Маникор. Однако. Может быть нацелена на ваш собственный корабль. Какой смысл? Ну, если, например, к тебе приехали там много этих инвейдеров, то такой вот смысл. Не достану же я никому, да? Ну, практически, да. То есть там, если это там не критичная система, типа кислородная, то, в принципе, оно вполне себе нормально. See enemy power use. Интересно, не знаю. Так. Nickel Bay. Я прокачал кислородную систему, она, правда, при больше электричества жрет. Ну да ладно. Надо еще управление дронами прокачать. Только нету бабла у меня на это. Ну вот. Хорошо. В целом, хорошо. В целом можно ехать дальше.
Ой-ой-ой. Драка, будет драка. Команды там нету. О, автоматический робот, команды там нету. Слать туда кого-то бессмысленно, замечательно. Это замечательно. Ну посмотрим, что у нас будет. Супер крыша. В глаза почти пробил. Ну чего, у меня корабль так. Все, я его почти добил. Ну, нормально. Красиво. Что у нас там, управление дронами надо прокачать. Я теперь могу одновременно два дрона запускать. И питания, в принципе, хватает для этого. Это хорошо. Это порядок. У меня там хорошие бронедвери стоят. Так. Мой будет тяжелым. Запускаю дронов. Так, 1, 2, 3. Что-то быстро они мне его. И я тут нагадил немножечко. Это ты молодцом. По чужим корабликам пострелял. Слегка изуродовал, пока хозяин меня. Теперь можно сломать. Такой я один. Да, это понятно. Черт, я запустил 2 раза дрона ему на корабль, а они взяли и это... Убили его? Да, да, у них 2 дрона защитных, они убили. Хе-хе, а ты как думаешь? У меня ракеты кончились. На каждого дрона найдется дрон посильнее. Короче, им не до меня, я выбил систему управления огнем. И там у них пожар, короче, все там. У них там последние 3 человека осталось, кстати. Слушай, а знаешь, что скачаешь? Raisin Architect скачаешь? Зачем? Ну, она довольно похожа по... Ну, на то, во что ты сейчас играешь. Везде... Ну, тюремный архитектор выступил, что-то вроде это. Ну, я понял. А если знаешь же, как пишет, а вот веди в Steam, она и через Greenlight ее одобрили и так далее. Уже продала. Все. Многие хвалят, я правда не люблю этот жанр, но многие в восторге. Порвал я их. Хотя, если тебе Айзек не понравился, я вообще не понимаю, что тебе может понравиться. Ну, конечно, а ты не знаешь, что мне может понравиться. Как тебе может не понравиться? Классика хардкорного инди. Ну, мне вообще инди не нравится.
Тут хоть какая-то это движуха, стратегическое мышление. Что там на корабле бы еще проапгрейдить? Что за враги у меня тут? Управление огнем пока не нужно апгрейдить. Проапгрейдил себе еще этот. Замечательно. В опасный райончик меня занесло. Там еще и роботы. Это прекрасно. Запустил им дрон, он там будет всякие системы ломать. Ну, в целом неплохо, если не считать того, что у меня 5 ракеты кончились. Что без ракет-то делать? Непонятно. Ха. Опять. Ладно, дрон запускать не буду, должен бак порвать. На меня бешеные коробки напали. Бывает. Все, убил я их. Просто стреляю в управление огнем и все. У них или пожар начнется, или золотуха, или еще что-нибудь. В целом очень даже неплохо. Прокачал свои эти. Надо валить. Ну, замечательно. О, вижу потребление энергии. Так, у меня есть ракета. Куда ей стрелять? Куда врага? Хорошая мысль. Так. Я думаю, по щитам надо бить. Потом по управлению огнем. А, еще можно им товарища отправить. Пролика им товарищ. Прислал я им товарищ, там у них устраивает веселье. Так, что-то у меня происходит нехорошее.
Что это было? Замечательно. Так, я их убил, только у меня убили члены экипажа. Меня убили члены экипажа. Как мне их убить, если сервер лагает? А какого хрена у меня пожар везде? Так, надо валить отсюда. Фу, я лоханулся. Ну это не новость. Я прыгнул в другой сектор с пожаром на корабле. Молодец. Так, держи. Да хуже это не это, а то, что у меня везде пожар. Короче, ад. Нету. В кислородном баке у меня тоже пожар, то есть вообще, при том, что у меня открыты перегородки, чтобы пожар прекратился. Там. Торпед нет, ничего нет, экипажа 3 человека осталось. Шеф, мы теряем их. Куда ему выбить, чё? Mm-hmm. Ладно, хотя бы дроны ему зашли, чтобы он повеселее был. Как корабль назвал? Mm-hmm. Нет. Mm-hmm. Так, куда бы им стрельнуть-то? Они будут по мне стрелять, и мне это не нравится. Давай-ка по управлению огнем я постреляю. Феерично. А чему чинительный робот ничего не чинит? Его кормил. Алло. А. Его кормил? Кормил, кормил.
Да почему все горит-то? Блин, мужик, чини тоже все это. Все дерьмо это чините, а? Писец. Все, меня сейчас убьют. Офигенски. Офигенски вообще. Чувак скопытился. Все, друг. Пиши пропало. У меня на корабле пожар, здесь враги. У меня управление огнем выбито, я стрелять не могу. У меня от экипажа осталось только два человека. Все охвачено огнем и пожаром. Это просто финиш. В корпусе дыры размером с астероид. На другой. Чего? Я говорю, у меня другой финиш. Я дал. Так, пожар кончился. У меня горело примерно пол корабля отсеков. Меня корабль разбирают просто на запчасти. О, могу стрелять. Могу стрелять. Замечательно. У меня снова пожар. Пришел чувак, хозяин того корабля, который я изуродовал. Материться. Ну, смотри, как прикипело, а? Офигенно, еще управление убило мне. Сам я смотрю вообще на соплях. Да просто мрак. Куда вы через горящий сектор без кислорода, идиоты? Fuck logic. Так, все. Починили систему управления огнем. Это радует. У меня остался чувак на управлении огнем. И чувак пилот. Слушай, а чё у них отсеки-то изолированы? Я убил его. Кого? Вражескую хреновину. Классное название. Писец, какой же писец. Ой.
У нас в чате тут все матерятся, орут друг на друга. Кто чей корабль угнал, кто чей изуродовал. Я сижу и читаю себе. Я не знаю, кто все это сделал. Ты мерзавец. Так, а почему у меня на счетах нет энергии? Вот. Хуже срама. Я в такой критической ситуации выжил, ты себе не представляешь. Правда, у меня народ здесь, как народу здесь плохо. У меня пол корабля горело. Я тут с еще одним игроманом общаюсь. Со старым, с которым первые игрушки болтались. Вот. Тебе понравится, боюсь. Дай-ка я тебе пришлю ссылку. Она, похоже, даже сетевая. Ничего так, я тебе вон ссылку в чат бросил. Смотри, мне кажется, тебе понравится. Нет, вряд ли. Я знаю, про какую игру ты говоришь, я уже видосы смотрел и так далее. А, Don't Start? Я уже в пиратку успел поиграть где-то с полгода. Быстро надоедает на самом деле. Ну, игрушка интересная, но что-то там не хватает. Разнообразия, что ли. Понятно. Надоедает она быстро, понимаешь? Слушай, давай я пока отключусь, тут с другим человечком по скайпу пообщаюсь. Давай. Угу. Мне нужно торговое место, я не буду в какую-то драку лезть. Ладно, друзья, я думаю, будем заканчивать трансляцию.